Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Санчет Фу, обожаем проходить ОБ-2. Эту часть я хотел посвятить полностью прохождению поиска убийц Клыка, то есть мы, может быть, за эту часть, я точно обещать не буду, но пройдем весь сюжет прохождения поиска Клыка, убийц Клыка. Также, откуда у меня этот пулемет? Если кто-то смотрел мои ранние серии, увидели, что в одном из тайников, которые у меня раньше стояли, которые были как-то зачетырены, и мне выпал печенек, поэтому я сейчас решил его взять, и патроны, которые у меня накопились, когда мне давали по 100, там, по 200 давали, очень много весит патроны, то есть каждый 100 патронов весит 5 килограмм. Ну, надо что-то тут с ним поговорить, как вы помните, нам нужно поговорить и узнать. ПДА тирана. Хай, Дэн, Дэн Синьпин, не твой родственник, в общем... Пришел я к тебе не трепаться, а дело делать, серьезное дело, нас обоих касается. Я знаю точно, что у тебя есть один нужный мне ПДА. Если ты мне отдашь его мне, то разойдемся миром. Если нет, в общем, давай решай. Да ладно, ладно, Меч, не кипятись. Вот, держи, один человек оставил на хранение. Должен я ему был. Не мог отказать. Фу, от сердца отлегло. Поверь, Дэн, я вовсе не хочу тебя убивать. Мне очень нужен этот ПДА. Спасибо. Теперь нам нужно отнести этот ПДА обратно осведомителю. Естественно, я этого записывать не буду, потому что это была бы очень длинная дорога, и это видео будет очень сильно нарезано. То есть я, наверное, за часов 5, может быть, пройду этот сюжет, а у вас минут 30-40, может быть, будет видео примерно. В общем, мы сейчас с вами отправляемся в бар к осведомителю. Так, почти дошли уже. Смотрим уже, что нам осведомитель скажет. Привет, торговым воздухом. Вот, да, послушай, вояк в форме наемников видел. Что заказы... Короче, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Лично бла-бла-бла-бла. Хорошо, теперь нам нужно идти к Гавру. Гавр у нас находится на армейских складах, естественно. Мы туда с вами отправляемся. Также по пути я решил забрать маячок для Кузнецова. Который находится вот тут. И теперь мы уже с вами отправляемся к Гавру, который находится у нас там, где раньше лежала шинковалка в обычной игре, то есть где можно было ее сбить с крыши, с башенки. Там он стоит в этом ангаре, вроде как. Я точно не могу сказать, но вроде как он находится именно там. Мы сейчас с вами это и узнаем. Хотя в ОБ-2 могли переделать это задание, и все стало бы по-другому, но мы сейчас с вами это посмотрим. И узнаем точно. Так это или нет. Также тут очень много химер, которые очень опасные, поэтому нужно их как-то пробежать. Убивать я никого не хочу, вон одна бегает. И хрен без ней, пусть бегает. Так. What the fuck? Весело, однако, весело. Будем готовы теперь ко всему этому. То есть две химеры убились просто, а вот электрическая, она оказалась гораздо сложнее, поэтому на нее нам придется потратить реально много патронов. Которые, во-первых, весят дофига, во-вторых, стоят дофига. Вон бегает, а? Надо дрыпать потихонечку, потому что, как вы помните, она нас, ой-ой-ой, очень просто говорила. Вашу мать, вы это видите?
Неужели? Неужели? Вашу мать! Сколько это было вообще жить? Там еще одна бегает. Или там плоть бегает. В общем, жестко, жестко. Ничего не скажешь. Конечно, говорил, что здесь химеры есть, но чтобы их столько было, я, конечно, не ожидал. Главное, ты живой, мужик. Остальное все неважно. Идем к Гавру, посмотрим, что нам за это скажет. Гавр у нас должен находиться где-то там, вроде как. Угу. Здесь он и находится. Я не помню, что он нам что-то сейчас будет предъявлять или нет. Сейчас давайте кое-что проверим. Так, хорошо. Этих мы убили. Я не помню, тут нас воруют или нет, или позже. Привет. Ты Гавр, мне к тебе информатор послал. О, Мечный пришел. Информатор сообщил, что ты найдешь то, что ты ищешь убийцу Клыка. Могу помочь. Но, само собой, не за так. Нужно было несколько дел для нас. Сможешь так, не совсем красивых, скажем так, не совсем красивых, но зато неплохо оплачиваемых. Достали уже, и куда же? Ну, если я тебе что-то отстрелю из ненужного. Короче, бла-бла-бла-бла-бла. Найти болта и забрать его куда? Так, я вот не могу вам сказать, я то, что я помню, где находится наш болт. Но давайте-ка еще раз чернем задание. Просто проскипал сразу, чтобы. Хорошо. История. На стоянке наемников. И что ж, отправляемся туда. Как я понимаю, он находится где-то там. Да, он находится именно где-то там. Угу. Хорошо. Не казалось ли, кто тут ходил, не? Так, где же ты, голубчик? Так, давайте сохранимся. И чекнем, есть тут кто еще? Нет, больше никого не осталось. Вот он. Сейчас Гавру отнесем сначала, соберем то, что возможно. То, что невозможно. Так, о, таблеточки, это хорошо. Много у вас тут оружия лежит? Много. Продать бы все это. Так мне лень это все нести. Ух ты. Детектор аномалий. Нормально. Только нечего менять. Так, ну что ж. Отправляемся обратно к Гавру. Так, мы уже на подходе. Что же он нам сейчас скажет? Я не помню, в каком-то из моментов он нас попытается отравить. Ну, я думаю, все знают, все проходили. Это самая простая, мне кажется, сюжетная квестовая линия, добавленная просто в OP1, она вроде уже была. Так что это все... Просто. Так. Что-то я тебя боюсь, чувак. Слушай, ты, Орел,
С курятника. Ты куда послал меня? Там же снайпер на снайпере сидит и снайпером погоняет. Мог хоть предупредить. На, держи. Яркая пустышка. Обидно мне до дерзости слушать это паскудство. Я человек с легко ранимой душой и тонкой конструкцией. Сам знаешь, что в зоне это сплошные неожиданности, неприятности. Ладно, дело нужное сделал. Вот тебе пятак на водку и катись куда хочешь. Ну, Гаур, а что дальше? Дальше мечено дело такое. В общем, один из монолитов должен был добыть очень важные документы и передать их нам. Однако связь с ним буквально недавно оборвалась. Его куда не отвечает, последнее сообщение было от него, когда он был на выжигателе. Был выброс, и мы думаем, что он мог бы спрятаться в самом бункере выжигателя. Твоя задача найти его и взять документы. Надеюсь, понятно. Тем более нам известно, что ты получил от ученых шлем, который защищает пси-излучение. Сомневаюсь, что он на лицо страшен выброс. Ладно, Гавр, пущу вашего парня. Так, и что ж, мы отправляемся с вами в X10. Итак, мы пришли в лабораторию. Вот этот труп. Нам у него нужно только вот это. Кто-то заспаунился. Кто же у нас заспаунился? Понятно. Все понятно. Ох, как я хапанул-то. Ох, как я хапанул. Но есть вариант получше. Называется вариант И. Ну что ж, отправляемся к Гавру. Подходи, пообщаемся. Залянка, я твой продвинутый фанат, лол. Так. А вот что дальше делать, я не помню, но это нам не помешает никак. Да, парень нашел я вашего монолита, только мертвый он. Да и не монолитовец, а зомби. Контролер, сука, поработал. Если бы рука дрогнула, я бы вместе с ним лежал. Мерзость, держи вот твоя. А, так вот, ага. Именно то, что нужно. Молоток меченый, профессионал. Честно боялся, что не пробиться тебе. Уж больно монолит серьезный. Все подходы охраняют. Вот, держи свою заслуженную награду. Так. Теперь мы отправляемся дальше. Так, нам нужно сразу подойти к Фриману, как вы понимаете. Дело есть к тебе. Что ты хочешь, меченый? Как только я начал расследовать смерть моего друга Клыка, то сразу на моем пути стали появляться наемники. Сначала Гавр, потом Болт, потом меня пытались убить иностранные наемники. Случаем не в курсе, откуда они здесь и что вообще здесь происходит. Да, я к тому, я вот тут документ для Гавра добыл. Так сделал копию. Посмотри, может ты что-нибудь поймешь. Я вообще подозреваю, уж не засланный ты к нам. Меченый, я на своем задании. Так интереснее все. Я, кажется, понял, что ты, кто и зачем убил Клыка, но мне не хватает некоторой информации. Послушай, Меченый, такое дело в бумагах, что ты принес в моем кейсе, были почему-то документы из... Короче, найти бленды и взорвать флешку. Отправляемся. Так, мы уже тут. У нас куча всех было. Братки невидимые. Он вверху находится. Его не убили, конечно. Его вроде убили. Что, я даже не знаю. Секунду. Да ёпта, что ж вы мельте? Шите-то. Кажется, его завалили.
Секундочку. Вот эти вот твари. Сейчас кое-что проверим. Эй, нейтрал, я смотрю, ты тут почудил? Наверняка ко мне пришел. Жди на верхнем уровне. Сейчас поднимусь. Лолка. Что такого я не помню. Я знаю, что они нам враги будут, вот что я знаю. И он пошел, то есть он сначала где-то под текстурами был. Теперь он пошел. Где его ждать, мать вашу? По лесенке поднимется или что? Блин, ни хрена у него фоллаутовский шлем. Так ты поднимешься или мне спуститься? О, через текстуру ты ко мне вошел. Ну, красавчик. Здорово. А смотрю, ты легко. Короче, сейчас будет... Да, сейчас будет легкая пальба, ребята. Легкая, лихая точнее. Ну, сейчас мы попробуем один вариант. Сейчас посмотрим, получится у меня так или нет. Перестрелять до этого этих ребят его. И посмотрим, что будет дальше. Так, он пролетает. Сейчас попробуем его братву захерачить. Норм пошло. Пока вроде не огрятся. Че? Ну да, набрал. Кстати, я взял огнемет обратно. То есть я его заказывал, но тогда не взял. Я должен их всех переубивать. Они мне не враги еще. Хорошо. Значит, я их всех переубиваю. То есть они убиваются ваншотом. Даже так. Вот. Вот этот бленд. Здорово. Че ты бегаешь? Замечательно. Просто замечательно. Ну ладно. Хотя давайте-ка деликвидируем всех, чтобы никого ни нахер не осталось. Либо нехер. Крысы, идите в жопу. Оба, пока вы потерли, пацаны. Так. У них еще осталось минимум трое пацанов. Только где эти пацаны? Такого здесь не было. Благо я взял ничего. Не взял я. Нет, взял. Есть мне ракета? Ракеты нету. Костюм зато есть наемников. Блин, без ракеты-то не очень хорошо. Ладно, придется гранатами уничтожать. Так. Ладно. Он у нас вверху находится или внизу? Вверху ты?
Нет, ты не вверху. Ты у нас вообще в самом низу находишься. В пространственном континууме находишься. Где ты находишься? Оперный театр. Втором этаже, что ли? Нет. СВД. А, ты спускаешься у нас по этим, ясно. Все с тобой. Ты умеешь. Могёшь. Блин, куда ты, ёпт? Куда ты побег ты? Где-то тут? Тут, хорошо. Блин, здорово. Мужик, поговорим? Так, поговорим. Ну ты офигел. Стволом в морду тычет и общаться хочет. Ну конечно, ну ёперный ты театр, ну ладно. Лады. Пиздец просто вообще. Что это было только что вообще? Ладно. Так, нужно подождать, пока он успокоится. Давай успокаивайся, мужик. Ничего не случилось. Все так же хорошо, как и было раньше. Просто еще пока я пушку достаю, он успеет меня грохнуть. А давай, иди на свое место. Встань там, где ты должен встать. Там мы уже с тобой порешаем вопрос. Сейчас через текстуру полетишь, да? Сейчас, наверное, вверх полетишь. Оп. Может, у меня так получится? Скрытая лестница. Не, аж жаль. Ну ладно. Сходим наверх. Где-то его браток остался еще один. Где твой браток остался, братан? Вот он у нас теперь он тут. Куда ты, ёбаный ты, колотун? Что с тобой не так? Ну, я временно тебя не собираюсь тратить. До свидания. Ах, ёб, все. Снайперы, блин, тут нашлись. Мне тоже. Бандит, хватит его провоцировать. Дай я тебе шлёпну, а? Задолбал, где ты там сидишь? БТР. Провокатор. Друг Мститель, какого... Как я через БТР пробегу? Мне интересно.
Да ёб... Да. Хорошо. Да ну его нахуй. Хорошо, я сейчас просто пробегу. Сейчас я, наверное, просто не пробегу, потому что он не попадет в это время. То есть всегда я пробегал, а сейчас не пробегу, потому что, ну, не знаю. Или пробегу. Благо, что пробежал. Теперь нужно с этим кентом все-таки как-то договориться, но... Что там, через текстуру полетишь? Успокойся, все хорошо, мужик. Все просто замечательно. Никого не осталось, все живы. Со всеми все хорошо. Так тебя не убью, потому что ты ходишь постоянно, я не успею, во-первых, нацелиться в себя. Мужик, все спокойно. Успокойся, нет комбата, нет. Комбат кончился. Ладно. Вроде пришел в себя, мужик. Ну, посмотрим, конечно. Я не знаю, как его убивать. Что это было только что, мужик? Ходильщик, блин. Пиздец, он даже так меня убить смог. Да вы гоните, а? Даже не знаю. Ну ладно, идем в бар. Ой, куда в бар? Гавру идем. Армейские склады. Так, мы подходим уже к Фриману. И сразу вам хотел сказать, что я забыл тогда флешку там взять у чувака. Мне пришлось перепроходить, так как я уже на этот пришел. Поэтому мне пришлось перепроходить. Обязательно сразу берите флешку. Вот что я вам хотел сказать. Обязательно. Сейчас мы идем к Фриману. Он нам что-то расскажет. Принес флешку блендера, держи. Блендера. Давай-ка поставим, бла-бла-бла. Яркая пустышка. Спасибо, Фриман. Подозревал, что Гавр, сука. Теперь нам нужно идти к Гавру. Естественно, мы отправляемся к Гавру. Отправляемся к Гавру. Так, мы почти у Гавра, друзья. И тут нам нужно, как минимум, куда наше оружие спрятать. Давайте проверим сейчас одну интересную вещь. Если, конечно, это получится, то это хорошо. Куда-нибудь вот сюда. Я не помню, что в диалоге говорит и нужно ли это делать, но что-то воровать нас будут точно. Это будет, конечно, у меня есть кнопочка магическая, которую все быстрее сделаю гораздо. Я думаю, вы слышите, как я ее жимкаю. Чуть-чуть осталось совсем. Да ты убери свою волыну, я даже чую, как у тебя из ствола порохом пахнет.
Ясно. Все дальше понятно. Так. Так, хорошо. Там у нас братан стоит, который нас тогда убивает, да? Хорошо. Братану сейчас край придет. Определенно. Братан. Привет. Теперь так, раз. Кто там, блядь, такой еще? Ну, жесть какая. Ладно. Так, там кто-то еще есть. И кто меня начинает херачить? Пиздец, через текстуру ебошут. Как так-то вообще, а? Твари, а? Еще заходите. После каждого сохраняться буду. Еще давайте. Вы, блядь, гоните, ну. Шуруп еще сдох. Как я их должен убивать, чтобы никто не умер, а? Это невозможно, блядь. Так, что у меня еще стояло из артефактов? Шрупа-то я могу резнуть, наверное. Посмотрим с вами. Могу ли я его резнуть? Я, блядь, сохраняться не знаю, нет? Шрупа убили, вообще кондоны. Шруп, ты где? А, сразу вспомнил, как понял. Ходить нормально не могу, сразу помнил, что надо. Подходи, пообщаемся. Сейчас тебя резнем, брат. Вот, шурупик. Или не резнем. О, шурупище. Хорошо. Теперь мы должны что-то обыскать, наверное, того. Главное, шурупище резнул. Твари, блин, наемники. Вообще жесть. У тебя снайпа хорошая. Извините за собаку, ребят. Так. Усаску выложим. Теперь нам нужно отправляться. Теперь нам нужно отправляться. Так даже проще. Снайперская сайга лежит, что ли? Да, снайперская сайга. Лутер пришел, да? Полутать пришел. Умен. Ладно, идем дальше, друзья.
Не знаю, почему включилась запись сама, но нам сейчас нужно бежать к Гавру. У нас все осталось вроде как, так что хорошо. Гавр нам что-то должен сказать. Там такой огромный текст, конечно. Типа наши шмотки возвращать. Но так как у нас шмотки-то возвращены, то есть у нас шмоток, как бы все шмотки есть, но ничего. Гаврюша, ты где? Гавр, Гавр, вот он. Найти грабителей. Так. Короче, идем за своими типа вещами. Опять же, нам нужно защищать эту базу. Контролера мне не хватало только. Который мне будет камеру ломать. На мне и так хреново целится, он мне еще камеру ломать будет. Есть один. Сейчас меня, конечно, шлепнут. Вот именно так вот. Поехали дальше. Так, хорошо. Ты, блин, этот контролер. Есть еще. Есть еще братки. И много. Братков. Так. Интересно, есть еще? Не думаю. Есть. Даже не один. Только где все они прячутся? Это один. Боюсь сохраняться. Где-то тут один враг остался. А что у меня 200 килограмм стало? Что у меня за дубликатели? Придется выкладывать наш шмот куда-то. Придется, да. Блин, ребят. Ладно, в общем, я до туда дойду как-нибудь, не знаю. И мы уже продолжим. Вот такие пироги. Вот и все, ребята. Я отдал ему ящик, и на этом заканчивается сюжетная линия по поиску клыка. Но теперь нам нужно будет идти разговаривать с Сахаром. Но мы сделаем это чуть позже. Спасибо всем, дорогие друзья, за внимание. С вами был Сэншайт. Надеюсь, вам понравилась такая большая часть. И мне не очень, потому что мне пришлось пипец как много бегать, пипец как много переигрывать, пипец как много заходить в игру из-за вылетов, про которые я вам не говорил. В общем, такие вот пироги. Спасибо всем за внимание. С вами был Саншайн Фул. Всем до встречи. И пока.